Это обычная, в чем разница? Ну, обычный 25 гера имею в виду. Это меньше ИП. Не, ну можно исходить как по КД анбаф, если то же самое же 2 часа. То ли обычный 25 гер, или же это 25 гер. Не знаю, если разница между обычным гером и анбафом, то что хилы кнопки чаще тыкают, и все. Мы больше умираем. Если кнопки чаще тыкают, то нормально все будет. Че, зеленое чешо, отходим назад, чешо. Чешо. Давайте вонючку. Вот я тебе ник придумал для следующего перца. Вот вонючка. Нет, нет, он будет сделать шаман, и у него будет вот чешоман. Да, вот кукуваси. Кстати, вот вчера Войзер сказал, как шел по сильной лесбиянке, он признался в этом. Такие бывают вообще? Не знаю, это мы тебя должны спрашивать. Сейчас бы на рбах пойти. Килами там, где кукувася бы хилил. Не я, РЛ еще, я просто сидел бы на мол. Мы бы трешки прошли, блядь. Ну, посмотрел бы. Короче, мы были на бах на Альянсе, то был один шаман такой, мы все очень даже странные, странные даже, чем кукувася. Сидел, короче, в огне и хилил себя набивать ему ХПС. Я бы хотел пойти на анбаф. Ну ты как Дэсер. Прямо там. Я бы с кнутами хотел бы пойти в анбаф посмотреть, как они там матюками матюкаются. Слушай, мы не материмся. Слышал хоть один мат от меня на первых трех. Ну просто ты сразу сказал четко. Три раза траем, если нет расходы и все. Не, нет, даже не в этом дело. Нам его просто Вуди научил. Или же Вуди, вот именно научил. Да, Вуди вообще такой спокойный, я охуею просто. Осина уже в рейде. С самого начала в рейде. Да. Просто восьмой патч. Да, где-то протопало здесь. Как вы считаете, два протопала пойдет? Ты кэрэ, если ракет тут не два протопала не спасет, не четыре. Если они не могут убежать на взрыве. Олег, дай Дашке на ленточку. Хуяль. Он для этого и... Да он кинул так цены на дрова. Что закидало в рейд? Так, давай лучше разберем другое. Так. Слева от босса будет стоять хилика смарт-килл. Справа Альпич Харзул. Позади босса Танскюрит, Фокус Хира, Поворот, Вайл Мэджик и Сектор Газа. Можно Африка поставить, а не Демон? Нет. Вместо Сектор Газа давай тогда Трисия. Ты Фокус Хира позади босса. Вместе с Танскюритом. Так, нам, наверное, надо аура на природу, да? Дранга может дать ауру на природу, верно? Чек. Каску по пристам. Потом сзади с консекьюридом должен стоять на один пак. Все. Фокус хира должен стоять. Секунда. Все готовы? Чек. Начинать? Смарт-килл, тогда включи ауру на природу. Ваня, готов? Да. Гуляй. Гуляй.
Что, у нас ПДК нету? Нет. Геру. Ну давай, Геру. Наша цитреба. Так, сойдет. Мэджик блюет. Так, лужа справа от босса. Дистанцию набираем сразу. Апис поднимай сектора газа. Сразу забафать его. Лужа слева, от справа от ворот, отбежали лево-право. Корзул не туда побежал, все нам испортили. Добивать чаще. Конскюрт, отойди влево. На спину перебегайте тоже, чтобы не напрягать хило. Так, Квазар, двигайся, там лужа возле тебя. Не в эту сторону, алло. Дашкин, прижми кош. Слева от босса лужа появляется, конскрит, кожу прижми, новую кожу быстрее. Фридом по харзу дать. Ну если бы ты стоял с собой, ты бы сейчас не болевал. Сектор газа, выходи на дистанцию. Перед хиликой встань. Конскюрит, подымешь смарткила, если достаешь. Блею хильте. Захил смарткила. Газа глыбу, смарткила захил. Большой в мелизоне забирай. Не того. Ставим тебе босс. Кал, прожми сакру, быстро. Почему вы не хилите рейд? Корзула диспел, суслятинка на рейндж. Ёба на рейндж. Диспельте людей, если не можете прохилить. Забирай большого слизня в мелизоне. Сейчас будет взрыв. А нет, 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 ничего себе. Бабл, анимал джаз, лужа сзади босса, отбегаем сразу, сразу. Ой. Рейндж набирайте. Ну что, взрыв идет? Отбегайте. Отбежали к стене все. Все маги остаются на рейндже, фибрилляцию диспайл. Молодец. Им на хп отдал. Ну такое. Джелиса диспел. Себя диспел. Сейчас всех диспелить. Что у вас за манера не диспелить людей, если вы их не захитили? Кал, диспель себя. Большого забирай. Дайте им на ману. Держи. Хиру сзади аж пришел к воротам. Я сейчас за как вы бегаете. Да. Еще умирать за переста, как фокус хира. Я не знаю, смарт-килл тоже. Но у меня лужа, газ, и потом не кинули фридом, я не мог бегать. После фридом это не бегать, да? Угу. Не кинули фридом. О. Повезло. Опять босс на удачу. Жаль, что газ не кинулся чуть-чуть раньше, да? А мне показалось, или вот вы когда разбегались, да? В связи еще не выплюнули вот это перемене свои. Вот он когда выплюнет, тогда надо бежать. Потому что когда он выплевывает, он прицеливается в каждого игрока, где он стоит. Ну да. Ну, давайте начнем с самого начала. Вам сказали, где вы стоите. Вам сказали подвое. Вот зачем подро третьим человеком прибегать к тем твоим, которые уже стоят? Ну да, Харзул такой, он бегает с лужи, прибегает к нам. Давайте тогда начнем с самого начала, когда было ребро в 5 килов убивать.
А лучше в 6, да. Не, ну Олег, вот Олег, ты сам скажи, что ты бы сделал, если на тебе кинулся газ, и ты в луже, и у тебя 10 стаков. Так, ну, я убил прекрасный хозяин, который снимает с себя замедление. Вы сказали что-то одновременно, ничего не понятно, еще раз. На меня никогда не китается одновременно луже, газ, просто неправильно стоишь. Можно заранее выбежать перед газом. Видно, уже лужа начинается леть, заранее отбегаешь, потом кидается газ. Ты можешь уже не стоять в луже, когда он кинется. Не тут сложный босс. Мы Хального не убили, это еще сложнее. Смотри, я тебе под 8 стаков дам каплю. На 9 заберу. Сразу дистанция. Правильно, чек. Хорошо, я скажу, когда капает. Рага кончается, чё? С такого плоска надо дать. Всем похуй на твою рагу, ты уже задрал. Да, увидел. Ну, пуляй уже, плевать на фрешмоб, как на ксаде. Такса затанчится, пуляй. Господи, это же анбаф. Сойдет, да? Смотрели мультик, только там, где пацан говорит, ай, дай. На полную войду, а тут 5 часов. Да, поэтому ты стал этот, так, чтобы заболевать тут нас. Так, как Джелис блюет, Рейд приседает до 23%, все скрытенько курит. Так. Ты? Я в мини-зону пойду. Так, это сейчас самый сложный босс из всех. Вы все бьете его, убьете тогда все остальное. Честно, чиберса будет. Да у нас здесь, наверное, не будет. Плеча не будет, да? Завтра ПКД, как всегда. По 11 боссов сходили и хватит. ПКД там и наверное соберет, он маф убьет. Ну завтра в льду пойдем. А не, ну давай там. Кто-то соберет туда. Ну, зря все, кто не первого босса утюга, это мало. Чего рановато ты попросил 6 стаков потом. Ты что там утюг, я же что-то говорю, там уже. Ты дал уже, да? Да, я дал. Ага, кружка не успела отбежать. Там кружок. Я успел отбежать и получить. Так, 4 человека блюют, нужно 3. Я никого не заблю. Сейчас надо спор собирать. Это гетка больше половины снесли, так что вряд ли. А ты на всякий случай собирай, вдруг ливану сразу 4 хила. У тебя будет 70% хп. Тебе просто не захилят гетка и гнили. Помните, как мы обычно на ЦЛК 25 гера вайпались на тухлом, потому что длинным брать дистанцию было. Просто умирали, вбивали. Я помню, как мы на Сидре вайпались. Это как
потом говорят, а мне ничего орел не говорил, я не знаю. С этим стихом, который где по. Я ничего не знаю. Значит, такие фразочки выкидывал, прикольно. Потом он. На 10 секунд прожил. Я помню, как я с Вуди ходил до 3 часов ночи в обычку. Он когда ливнул, мне его жалко стало. Сейчас тапки. Тапки. О, тапки. Это реально упали, да? О, черноугольник. Что оставил столько. О, черноугольник. Давай на трансмотр. Так, давайте минутка Википедии. Сколько надо миликов, чтобы они не вайпнулись на взрыве зеленого слизня? Ну, сколько должно сбежаться? 10. 10? Раз, два, три, шесть, семь, на семь. Миликов просто 8 хватит, если фул хп. 7. Смотрите, тут очень опасно, если две лужи в одну точку кинутся, вы там стоите в них где-то 2 секунды, и вы уже мертвы. О, не-не-не, Десса, заходи обратно на своего вара. А, до кого хотят? Да, 5 секунд. Ваня, ты тут? О, подожди. Чем тебя просить, если есть второй вариант? Купите пока рыбку. А, нет, нет, второй вариант. Этот Энг. Ваня, подходи. Ваня, подходи, рага кончается, блядь. Да, заходи. А куда? Рестер шамана. Так, и, блядь, спекайся в Элема. Сава, заходи на БДК сразу. А можно курить, пока вы перезаходите? Есть только легкие сигареты. Легкие у меня и быстрые. Ментоловые. Ментоловые. Ментоловые? Так, что нам надо запомнить? Корзул. Проклятие косноязычие на зеленого. Хорошо. Назар на красного. Килы не сбегается в цель зеленого. На переходке зеленого бьем в спину все. Кого из этот зеленый добав, чтобы вас откинуло в центр. После взрыва сразу сбегаемся в центр. Ну, это на переходке. Не на переходках, просто в цель зеленого. Сейчас кукла хотается или нет? Даже если хотается. А, ты имеешь в виду во время боя? Да, да, да. Да, кидай на нее малыша, не буду на рост. Да, секунд еще, втыкаю быстро. Ты рыбу. Засекай 5 минут, нахуй. 5 секунд, это как минимум 3 минуты, давай. Да, вообще. Калк, ты должен не по команде рейл отдавать, а смотреть на хп всего рейда. Я это как делаю? Если... У зеленого много хп и будет 2-3 взрыва, ты отдаю сакру. Или когда у рейда очень мало хп,
Под фулл хп никогда не даю сакру. То же самое гимна от хил. Давай только после взрыва, в том случае, если весь рейд очень сильно просел по хилу. Какой это там, Джерри? У нас три шамана. Ты не понимаешь, аура Ханта распространяется на 100 метров, а тотем на 20, рейд бегает. Он не всегда достает. Если Ваня и фибрилляция про шамана будут следить за режимом рейда, переставлять тотемы, то я ничего не имею против. Но Ваня не ставил тотем на трэше, но не стал 100 ветра, так что я не уверен, что он будет тут переставлять тотем. Поверь, что у нас все получится. Мы сможем разобраться с тотемами во время боя. Будем под бафом на силу перерывать. Я ничего не имею против, я просто предложу. Твое предложение имеет место быть. В другом рейде. В этом рейде, боже. Ну давай, Смарткилл, поставь тот тотем на природу. Идем в Фукасаку. Смотри, 2 минуты прошло уже. Блин, я забыл, что мы на анбафе. И у нас минус 30% хп, поэтому не ловите, пожалуйста, колбы и пельмени. 2 пельменя даже под бафом ДЦ – это вайп. Маг вайпаться под одним пельменем без щита ДЦ. Да нет, почти, там 10% хп остается, что ли. Давайте шкаф. О, нет, есть шкаф, давайте сумму. На переходках паладина ваша задача. Кинуть бопы. Если бы я был бы паладином, я бы смог кинуть без команды РЛ. Все, я тут, сорян. Давайте, кидайте. Принимай, Семен. Не надо говорить, мой первый боб, мой второй, потому что может кто-то из вас заслакать, и вы должны оба страховать друг друга и кидать сразу. Вот на второй переходке уже человек, который остался с одним бобом, кидает. Карзу, ты тут? Фокус Хира тут, Фукасаку. Да, тут. Ну, давай возьму кикнем, а то по центру экрана. Что? Восьмую пати кикнем. Чем? Что там? Рога кончается, ребята, блядь. Слушай, ману. Хотя у тебя 14к маны, думаю, хватит на 3 фазы. Пек. Сык, пуляй. Дайте супер на пул на супер танка. Слушай, сразу выходим. Я уже в РДД зоне. Иска. Пятьтесь где-то по центру, чтобы по прямой линии мы смотрели на профи. ПП? Нет, 85 пока рано. То есть топаем теперь 84. Все в профы сыграем. Ой, в профы, в Слизнюка играем все. Кал, почему передай? Жали в цели зеленого. Было больно. Давайте добивайте. Чуть-чуть осталось. Переводим профа. Немного повезло нам. Хорошо. Калка чума. Потом зеленый добавь к столу. ДД, бейте красного уже сейчас. Что, рот давать? Не, пока рано. На трэш уже на свете даже. Окей. Так, играем. Целим. Дальше. Отбежали. Отбежали в центр, к звездочке. Скажи кого-то поднять, пока профи не бьет меня. Галк, давай сакру квазара подымай. Харзу, демон. Не, харзула подымаю. Отбежали от зеленого, сбежали в цель зеленого сейчас. Давайте. 200к стало. Апис подымай квазара. Все, отбежали от пельменей.
Полубав по квазару, от лужи отбежали, от копов бежали. Можете даже не депесить, главное от этого дерьма отбегать. Так. Альпич, давай гимноману. Отбегаем от пельменей, играем в красного. Я отдал лапу. Вы должны дать пристаба в каске по локам. Минус 3 бэра. Бэра больше нет. Добьем красного, падут пельмени, колбы. Пельмени. Две штуки в звезду. Колбы лить. Базар, чума. Пусхира, гимноману, давай. Так. Сейчас после слизня пойдут три пельменя. Отбежали в сове. Сова в центре стоит. Все время звезду на себя кидаю. Играйте в зеленого все. Сбежали в цель зеленого. Не нужно было глыбу прожимать. На расстоянии добиваем. Сейчас будут лужи. Вот, добили, опять пельмени отбежали. Кстати, бопы кто-то тратил. Плюсик минус. Так, красный появился, и сразу будут пельмени. Даем от пельмени, приключимся в красного. Ване, передай чуму. Так, Conscurit Energelis. Играем все в облако газа. Колбы сейчас появятся. Пельмени отбежали. Убираем максимальное расстояние от босса, будет зеленый. О нет, надо с чумой выйти. Стопать нет. Ты гонишь, бей. Отбежали от пельменей, отбежали. Все, играем, играем в слизня. Апис, передай чуму. Какой за чуму? Убежали цель зеленого. Добиваем на расстоянии. Фокус Кира, давай гимнат хил, переводим профа. Корзол, передашь чему или нет? Отбежали от пельменей. Переводим профа быстрее, 1%. Давайте на ком зеленый, дебаф к столу. Играем красного, у кого красный дебаф? Ёба побежал. Бежали в цель зеленого, сейчас бьем зеленого в спину. Халк, Даш, Сакла сейчас на взрыве. Альпич, гимн отхил. Гимн отхил, теперь пой. Отбежали. Могу в центр. Сакру тут. Давай сейчас Сакру. Смена цели красного, смена цели красного. Альпич, убегай. Так, бьем профа. Один стак на войде. Следим за пельменями и за колбами. Пельмени, колбы. Три стака воет, протопал, забирай. Белин. На звезду диван, отбежали от пельменей. Есть диван? Да. Дебаф. Conscurit Inner Фукасаку. Прям мысли читаешь. Я просто смотрю на ману. Conscurit, чему передай? Саку, чума. Сбираем. Так, я думаю, вы добьете. Ванну уже. Так, пельмени. Били. Не повезло, не надо. Какой шаман там бегал от меня с чумой? По всей комнате. Варенька по-любому. Да, вроде он, да, бля. Бегаю за ним, он от меня бегает, бля. Он тролли. Просто троллил тебя. Ну хотел вайпнуть фейд, да?
Чтобы в льду пойти. За руины выбать. Завоеватель. Держи хили. Хватит. Я, короче, фросмонта делал, когда это, с уркавых. Блин, не раз, если ты возьмет. Там эти ловушки, я думаю, них фрошмот одену, сейчас не будет пробивать, ебать. И забыл его поменять, блядь. Так, на первой фразе не повезло нам немного. На переходке мало людей в зеленого сбежались, наверное, два лока умерли. Да, я в него чарджился. ГБР потратили в них. Умирал фокус хира от пельменя. А так никто не слакал. Так, а сейчас можете притянуть мага, чтобы он колбу не взял? Ну, сейчас будет игра под названием «Давайте возьмем колбы одновременно, чтобы уменьшить время прохождения на совете». Тут Малих, да, ну я как бы дроид, если я шаман туда зашел. А что тебе тут, Нэнф, это? По воле был? Топор надо. Топор. Шестая. Токен. Половина рейда пройдена. Смотрим. Никому не нужен был, но надо скелетики. Так, погнали, пристань за мной. Давайте по счету 3. 1, 2, 2, 3. Чиники назначены? Да, завтра уже назначим, погнали. Так. Так, играем в звезду. Еще один сложный босс. Надо с профом это совет. Думаю, вот здесь, наверное, в три танка пойдут. Срывали игру с Талдорама. Не, не сорвут никак. Так, не сорвут. Вдруг кто-то случайно будет играть Талдорама без ХП. Если и потом скажешь, что ему дометь. Если кто-то... Нет, там вообще никак не сорвать. У Мишки трёпка по двум целям. И с пула этот... Берсер там... Давай. Ну и практика. Ну а если я буду... из пула в Талдорама играть. Ну, играй. Это то же самое, что 20, сколько там, 15 секунд. 15 ЛПшек, две цели одновременно. Это то же самое. Олег, дай ГП фокус хера, я ему так и не... Он уже дал. Он уже дал. Это трэш какой-то ватный, да? Или нам просто повезло, что не застанило танков? Мне просто бабло снял. Шлешок вот тут тыкаю в голове. Нифига себе, тыски. Кольцо льда кто-то дал без команды. Кстати, два танка здесь. Да.
Ой, не ватные, потому что все 25 играет, а не апкает никто. Да, да. Обычно его никто не дает. Я говорю в РК, пожалуйста, дай. Покажет, как обычно. Давай Трися его как-нибудь накажем. Минуснуть ему ЕП. Намелим на Кокосина, например. А Кокосин, думаешь, АФКшить не будет? А, ну да, это не вариант. Такой Косин, а кто же вместо того, что АФК? Пока Кральки, да, пока нас обратно. Пока ты подамажишь. Так, на локах есть бафы? Больше никто не падал у нас. Крестов нет. Кулак, анху и рыбу, да? Давайте рыбу играем. Прям говорю. Так, на первом вихре труп кидаешь сакру. На втором калк. Убираемся в дистанцию, бьем на отхил по своему усмотрению. Я на одном? На левом? Ты на кей-сити. Чё там, чё там? Жрёс подождём. Минутку. Ладно, шумал. Да, давай уже на этом, на следующем инбафе подождём рост, сейчас уже пульнём. Кулак по шаману, паладин. Ну, блин, дай кулак по шаману. Ну, я, короче, этого, Талдорама на пулю на вой дороги, да, вы давайте Валанара. Да, блин, ты что, тупой? Кулак по шаману. Он, походу, его замутил в РК, мне так кажется, поэтому не слышу. Да, Джерри, тебя замутили, потому что ты оскорблял людей в РК сегодня. Он не слышит. Пиши ему, пожалуйста, да и чекайте, чтоб тебе дал кулак, извини за оскорбление. Так, давайте, вихрь, прожались, сакру там. Апис 33% хп. Даже никто не умер. Ну да, ДЦ. Сакра. Вот если сейчас на Талдораме будет ХП, можно и рост дать. Так, давай. Калк сакру, келя бьем. Танга умер. У меня есть БР. Или ты сам встанешь? Ну, ладно. Нет, точнее, давай. Ну, нету. Вставал. Поднял, теперь пробафать его. Дал лапу, каску, кулак, крест, стабаф, метилет. Альпич и фокус хира. Вы знаете, что ШП должен на этом боссе делать? Бить боссов, поднимать кинетик. Туда. Давайте рост. О, КВ, молодец. Правильно ты сделал все, да? Кинетика падает сзади, кинетика. Так, конскирует, поднимай файл мэджика. КВ с шариком подбежал прям ко мне. Ой, к шарику подбежал. Фокус хира, поднимайте кинетику. Хант один не справляется. Напис, попробуй поднять хилику. Блин, засрали немного трай. Ты за кула. Давай сакру в дроп. Да, хилик упал, сразу кинетики стали падать. Каску, крест по швидбу. Ну, вы не бафаете павших людей, да их рейсует. Давайте калк к сакру. Постоянно надо просить бафы.
Пристамбов вот такие. Удар улетает. Вот так, так вот, из одного человека двух зависит рейд. Кто-то кинетику не поднял, кто-то подбежал к шарику, а не сразу минус. Да вроде бы кинетика не упала ни разу, не? Ну она не упала, но одна секунда и все, и конец был бы. Понимаешь? Так не должно быть, шика. Так, подняли павших, заново бахнули. Так, всех боссов мы нормально убили, только профа. Леди тоже нормально. Нет, леди, позор. С тухликом что не так? Три человека блевал. Давайте по контрольте поцелуем. Ладно, я тут хлора не считал. Что? Ты Валеру, что ли, включил, я не могу понять? Да, Валера нет больше, приходится его замечать. Вкладываемся мы все 100%, как он это замечал, я не понимаю, он же что не рейдил. Вот когда я не рейдил, я просто иду в рейд, он-то... Дайте по шаману баф, там лав. Раз. Вак. Или ты про что? Ты имеешь в виду, что он не в рейдах, и ты говоришь, да? Дайте каску по раунду. На лолика кто-то... Так, здесь будет две взлетки. Поэтому... Что, в натуре? Да, походу. Надо в ДБМ отключить все. Все зависли? Да, я вышел. Аж сервер от моей шутки упал. Не, под мой факт. Так, я отошел на пару минут. Так, 21.08. А с пула ребра сколько прошло? Именно с убийства ребра. Те три вайпа не будем считать. Хрен знает, с пула час 32. Ну где-то час 20, час 15. Да. У вас есть шанс отойти, пока в туалет там что-то делать. Чтоб не отходить на крыше и 3 синдры. Какой на убитие.
заходит. О, я один. Я на верхах, у меня три моба. Они меня не трогают. Тебе повезло. Общий дамаг на сурке? Ну, а сколько дамаг был? Я удалил, не помню. 364, по-моему. Это при том, что суслетинг упал, так бы был где-то 270. Для анбафа это очень хороший дамаг. Хильте от Рома. Бегом. Чего вы их согрели? Он не сап. А вот на этом боссе дать на пул Войду или на какого-то приста, чтобы он поймал укус? Я всегда на пул. Блин, никогда на пула не дают. Еще раз, Данька. Я тут на пула. То есть о команде ты не услышал, да? Ага. Так, Поклонский.